Здравствуйте, дорогие радиослушатели и зрители Радонеж ТВ. В эфире программа «Рай. Истинно и ложно». Это доверительный разговор о проблемах зависимости. Я ее ведущий Александр Простакишин. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Мы продолжаем цикл передач «Уберечь детей от зависимости». Это совместный просветительский проект «Радио Радонеж» Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы и редакции журнала «Независимость личности», в котором мы говорим на темы здорового образа жизни, правового воспитания, популяризации физической культуры и спорта, патриотического, духовно-нравственного и культурно-исторического воспитания молодежи. Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от зависимости. В наш адрес поступило множество обращений от наших радиослушателей, обеспокоенных ситуацией, сложившейся в результате ареста врача-нарколога из Краснодара Николая Коклюгина, которому вменяется участие в незаконном обороте наркотиков. Обратившиеся к нам радиослушатели не верят в законность задержания врача и в отношении которого с октября прошлого года применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В рамках нашей программы вышли в эфир уже три передачи, которые были посвящены проблеме так называемой народной статьи. Статья 228 Уголовного кодекса Российской Федерации из-за ее массовости называют народной, так как в России наркоманы и продавцы наркотиков составляют около трети от всех осужденных. Еще свежа в памяти скандальная история с журналистом Иваном Голуновым, которого московские полицейские пытались обвинить в попытке сбыта наркотиков. Вот все это беспокоит часть наших радиослушателей, и поэтому сегодня мы еще раз будем говорить о так называемой народной статье. Это не журналистское расследование, а беседа экспертов на заданную тему. Я представлю участников нашей передачи. Публицист, телеведущий, настоятель храма Святой Троицы в Хохлах, протоиерей Алексей Уминский. Здравствуйте. Здравствуйте. И специалист по социальной работе Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы Светлана Юрьевна Немчинова. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот за последние 10 лет количество лиц, которые осуждены за преступления, связанные с наркотиками, увеличилось более чем в два раза. Вот в чем может быть причина данного явления? Вот если учитывать статистику, международную статистику раскрываемости преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, там на международном уровне признают, что раскрывается только 10% от всего, что совершается. То есть тогда у нас получается, если не учитывать детей, пожилых людей, то у нас треть страны — это наркоманы и наркозависимые, и те, кто вовлечены в незаконный оборот наркотиков. Вот, Светлана, вам достаточно много приходится работать с людьми, которые обращаются уже, сами приходят. Именно сами приходят в здравоохранение. Но кроме этого, сейчас существуют программы, которые позволяют тем людям, которые непосредственно принимали участие в незаконном обороте наркотиков, заменить им... Заменить альтернативу. Альтернативу, да. То есть надо же рассматривать, что это в первую очередь это человек больной, наверное, да? Конечно, это болезнь. Вот. И люди, которые страдают зависимостью, наркотической или алкогольной, они приходят к нам, ну, бывает, что и, так сказать, по, значит, зову родителей, родители приводят, или работодатели, или они сами уже дошли, как у нас есть такое слово, дошли до своего дна и пришли уже вот по немощи своей на госпитализацию. Вот. Поэтому у нас добровольная госпитализация. И те, кто имеет желание выздоравливать, они получают комплексное лечение. У нас в наркологии сейчас в связи с модернизацией, оптимизацией, значит, сейчас комплексное лечение, то есть он проходит курс лечения в стационаре, и дальше он может поехать на реабилитацию, или он остаться может на реабилитации в стационаре или загородной реабилитации. То есть дальше он проходит еще дополнительные
услуги, такие как послечебная программа, амбулаторные эти программы, которые созданы на, уже на филиалах. Вот, и сопровождение, горячая линия, все это у нас существует. Поэтому человек, который хочет выздороветь, он будет выздоравливать. А уже, значит, если мы сейчас говорим о людях, которые совершают преступление в состоянии наркотического опьянения, алкогольного, оно сейчас это отягчающее, считается, оно не смягчает вину, они уже у нас попадают в СИЗО. У нас первое в стране вот такой пилотный проект, да, СИЗО номер 3. У нас находится на территории клинического филиала номер 1, где их в сопровождении автозаков, да, в сопровождении уже полиции привозят на автозаках, и, значит, они проходят сначала вот это медикаментозное лечение, снятие ломки, и только после того, как они, значит, вот эти медицинские процедуры проходят, дальше они уже, значит, допускаются к следственным действиям. Вот, ну, я сама тоже езжу в колонии, у меня, значит, 4, можно сказать, подшефных колоний в Рязанской области, Скопинский район и Милославский район, и колонии-поселения, поселок Комсомольский. И, конечно, руководство этих колоний, УФСИН, система, высокий рост, да, преступлений по статьям, именно 228, часть 3-4 такие, да, уже за сбыт наркотиков, за употребление, это так... Можем сейчас предложить альтернативное лечение, то есть это уже есть в законе, и когда пациент поступает, мы мотивируем его на дальнейшее лечение и договариваемся с системой исполнения наказания. Даже у нас ходатайствуем, если человек проходит, ну, имеет желание, значит, реабилитироваться, значит, наши сотрудники выезжают даже в суд. Ну вот наши радиослушатели, которые обратились к нам в редакцию нашей программы, в один голос все говорят, что вот Николай Коклюгин, ну, они вот не верят, что он наркоман, ну, тем более сбытчик наркотиков. Вот, отец Алексей, вот что вы можете сказать? Ну, могу сказать только то, что мы действительно живем сейчас в такой период, когда сильно подорвано доверие к нашим правоохранительным органам и к судебной системе, вообще к судебной власти. Мы видим, что сегодня сама судебная ветвь зависима от следственных органов, и не только приговоры, подобные вот Глунову или Николаю Коклюгину, так сказать, монтируются по определенным схемам, уже заранее известным. Но и очень часто, как только человек попадает в эту систему, сама система начинает ломать кости, то есть как бы уже безостановочно. Это очень страшная история, в которую мы сейчас все попали, и поэтому я думаю, что не зря вот эти дела Ивана Голунова, которые, конечно, как бы сказать, ну, относятся к одной стороне жизни, да, вот, и Николая Коклюгина, который живет в иной области жизни, там, ну, там, либеральный журналист. Но, с другой стороны, вот смотрите, человек, который расследовал преступления, связанные с коррупцией, да, который копнул слишком глубоко, который нашел какие-то вещи, которые явно помешали коррупционным схемам, да, первое, что он получает, удар от правоохранительных органов. То же самое, Николай Коклюгин занимается, казалось бы, благороднейшим делом, реабилитацией наркозависимых, человек, который старается помогать людям, которые попали в очень тяжелые условия жизни, получает удар от правоохранительных органов. И это, конечно, вызывает отторопь. И это вызывает, конечно, страх. Это значит то, что каждый из нас в любой момент, если он вдруг начинает более-менее серьезно заниматься не то чтобы политикой, а социальной работой, серьезными вещами, жить как честный человек, может нарваться на противодействие людей нечестных и получить совершенно неожиданный удар от тех людей, которые должны защищать закон, которые должны стоять на страже порядка, которые должны, наоборот, всячески содействовать тому, чтобы не было в мире ни коррупции, ни наркомании. И это, конечно,
для меня, как и священника, и как гражданина, это огромная тревога. И больше того, я вам скажу, вот об этом сказал отец Александр Новопашин, очень хорошо, мой старый друг, и человек, который сам занимается реабилитацией наркозависимых, мне приходилось несколько раз бывать у него в этих поселениях, где он занимается с ребятами, там и там потрясающие вещи, там целые деревни, и лошади, и футбольное поле, и масса таких вот вещей, когда ребята просто начинают жить как община. Он, так сказать, понимает, о чем идет речь. Вот он говорит, ну как же так вот? Вот есть сообщество людей, которые из-за своего вышли на улицы, которые своего не отдали, которые поняли, что это касается каждого из нас. И вот мы сидим, православные, здесь. Слава Богу, мы сидим сейчас здесь, на станции «Радонеж», которую достаточно много людей наслышат, да? Но сколько же не хватает нам энергии, инициативы для того, чтобы возвысить свой голос, для того, чтобы спасти своего брата, понимаете, из лап системы, которая просто закатывает его в асфальт. Мне кажется, что вот действительно не то, что, мы не должны просто молиться, потому что это слишком легкое задание для нас. Но давайте вместе помолимся. Нет, этого мало сегодня. Сегодня этого мало. Сегодня не хватает нашего голоса. Сегодня не хватает нашего протеста, если хотите, против беззакония. Потому что апостол нам заповедует, чтобы мы обличали дела тьмы. «Паче же и обличайте», — говорит. «Не участвуйте в делах неплотных мы, но и обличайте». И вот сегодня, мне кажется, настало время, когда мы должны обличить вот эту вот несправедливость, которая на каждом шагу может встретить каждый гражданин нашей страны. Когда люди, которые идут, одевают на себя мундир и кокарду с гербом нашего Отечества, творят беззаконные вещи. Это недопустимые вещи. Как священник, вот сегодня хотел бы об этом поговорить с нами, с православными людьми, насколько мы действительно готовы сегодня вступаться, бороться за тех людей, которые нуждаются в нашей помощи. Мы привыкли к пассивности, мы привыкли к каким-то вещам, которые слишком легко нам даются. Да? Нам говорят, ну давайте вместе помолимся. Да, конечно, молитва – это великий подвиг. Но, тем не менее, Господь дает нам руки, ноги, голову, глаза, уста, уши для того, чтобы мы действовали в этом мире, в том числе как люди, которые борются за правду и за справедливость. И поэтому я как раз сегодня хотел сказать о том, что мы не только дело Николая Коклюкина не должны пропускать, мы вообще, в принципе, должны реагировать на несправедливость. Мы должны быть очень нетерпимыми, если хотите, ко всякому проявлению неправды, несправедливости, лжи, коррупции. Мы не должны делать вид, что это как бы нас не касается. Мы слишком удобно сегодня живем, как православные. Мы слишком как бы легко с себя снимаем ответственность за происходящее в мире. Нам кажется, что не стоит там, как бы сказать, делать резких движений. Там, мы осуждаем тех людей, которые выходят на митинги, потому что они борются с несправедливостью. Нам это почему-то не нравится. Но вот конкретное дело. Николай Коклюкин. Николай Коклюкин, мы также пропустим это между... Вот мы также сделаем вид, что ничего не происходит. Мы также просто подойдем и поставим свечечку о его здравии. Либо, а он-то ждет от нас большего. Он надеется на то, что вот сегодня те люди, которых он лечил, защищал, ради которых он, собственно говоря, делал свое прекрасное дело, да, вот вступится за него по-настоящему. Ну как вот, я вот вырос в Московском дворе. Знаете, в Перовском Московском дворе... Если там кого-то из нашего двора обижали, мы всем двором мальчишки шли и защищали, понимаете? Ну, это мальчишеское, это дворовое, но это правильное, понимаете? Мы защищали своих, мы шли на помощь, и всем было понятно, не тронь никого из нас, потому что придут ребята и заступятся. Но вот сегодня, мне кажется, нам стоит заступаться тоже за своих. Батюшка, вот у меня такой вопрос. Я тоже вот вхожу в чат, в группу «Свобода Николая Коклюкина». И, конечно же, в курсе, как проходит заседание суда, и что на них, да, как реагируют, и какие выносятся решения. И вы знаете, уже озвучивал, да, вот отец Коклюкина, Владимир Борисович, вот нам, что
в чате, что он бывает на этих заседаниях суда, что и 17 священников, и владыка Мефодий, и там и депутаты, им, значит, пикеты мы устраиваем здесь тоже по Москве. Но, видимо, не очень многочисленные. Представляете, а судья встает и говорит, а мне хоть Папа Римский, вот дословно цитирую. Это до поры до времени, понимаете? Мне кажется, что те люди, которые подбрасывали наркотики Ивану Голунову, тоже думали, что им тоже хоть Папа Римский, понимаете? А когда вышло на защиту огромное количество людей, когда и весь Фейсбук, и все социальные сети, и люди вот из сообщества журналистского включились в защиту, и такое количество публикаций сразу, понимаете, у нас ведь мы постоянно общаемся в своем собственном кругу, но я не очень понимаю, а почему нам не обратиться вообще к всеобщему журналистскому сообществу, в том числе к таким изданиям, как «Медуза», «Дождь» и другие, которые, в принципе, стоят на защите прав человека, потому что в данном случае Николай Коклюгин — тот человек, права которого нарушаются. И я уверен, что эти издания, которые защищают либеральные ценности, тем не менее, защищают и ценности каждого человека. И мне кажется, что чем больше мы будем привлекать к этому делу внимание не только внутри своего внутреннего православного сообщества, что это дело станет... Ну, потому что это дело не касается только православных. Вы понимаете? Дело касается любого человека. Несправедливость может коснуться в любой момент каждого из нас. И поэтому в данном случае мы боремся не только за него, за конкретного раба Божия Николая. В данном случае мы думаем и о своих детях, которые могут попасть в такое же самое положение, и о нашем обществе, о наших людях, которые не защищены ничем. Только само общество сегодня способно кого-то защитить. Ну, давайте будем обращаться к обществу. Ну, вот у нас уже сегодня четвертая передача вот на эту проблему. И на этих передачах прозвучали факты, когда действительно вот люди... И свидетели. Огромное количество. Да, очень много... Это не два случая. Это не два случая. Это просто уже вопиющее безобразие. Притом, то, что было 5 лет назад, 10 лет назад. То есть ко мне в студию приходили люди, да, они наркоманы, ну что. А наркоман, он такой же гражданин, которого также надо защищать. И вот эти подбросы, реально они называли, что им подбрасывали, как подбрасывали, они прям рассказывали у нас в эфире, как это осуществлялось со стороны правоохранительных органов. Но я хочу обратиться ко всем людям, от которых зависит вот правоохранительная составляющая и судьи. Вот смотрите, наркопреступления, они не совершаются в одиночку. Вот, кто-то должен сделать наркотик или вырастить его, да, значит, кто-то должен организовать сбыт, кто-то руководит, кто-то осуществляет безопасность, там даже есть маркетинговые там исследования проводятся, там какие-то новые наркотики, то есть это большая группа лиц, кто-то перевозит наркотики, но когда мы видим, когда задерживается человек и в отношении, по факту его задержания, значит, осуществляются специальные следственные действия, проводятся, да, и месяц, два, полгода, год, но в результате того, что вот у него было изъято определенное количество наркотических веществ, и все, и кроме этого никакого движения нет. Да, я, например, не помню ни одного дела крупного, когда был бы задержан, арестован какой-нибудь наркобарон крупный. Да. Но я просто... Вообще такого не было ни разу, по-моему. Я, опираясь на опыт 12 лет работы в госнаркоконтроле, мы как раз, наша задача была, это работать на организованные формы наркопреступности, выявлять лиц, причастных к незаконным обороту, и хочешь ты не хочешь, но у тебя всегда есть материалы, это анализ телефонных переговоров, это наружное наблюдение, это изучение, экспертиза проведения непосредственно наркотических или психотропных веществ, можно определить, что за партия, и даже вплоть до того, что место производства. То есть ты хочешь, не хочешь, а они, эти сведения появляются, и все это начинает обрастать. То есть если реально человек виновен, он обрастает, и все вот эти связи, они всплывают. Сомнений, конечно, они всплывают. А когда человек сидит полгода, и кроме того, что вот у него нашли, и даже на свертке, на котором у него было обнаружено, нет отпечатков пальцев, вот как на предыдущей передаче у нас был мальчик, несовершеннолетний, задержан, был втянут, вот сейчас модно среди молодежи интернет-квесты, когда вот эти игры, и вот эти игры затягивают молодежь, это же интересно. Вот, он интерактивный квест, и таким образом потом ему подбрасывают наркотики, и он задержан, и на
упаковке от наркотиков нет никаких отпечатков его пальцев. Абсолютно не происходит никакого изучения детализации его звонков и его связей. А когда он готов помочь следствию и говорит, что я вот был там вот с этими, пожалуйста, отработайте эти связи, правоохранительные органы почему-то не хотят это отрабатывать. То есть концентрируют внимание только на одном эпизоде. Нужна жертва. Да, недоказанном эпизоде. В январе текущего года на 27-х рождественских чтениях, на секции, которая проходила в МГТУ имени Баумана, в защиту гражданских прав, а также более детального изучения правоохранительными органами законности задержания Николая Коклюгина, выступил известный сценарист, продюсер и кинорежиссер, автор множества статей на тему деструктивных сект и методов вербовки в них, настоятель собора во имя святого благоверного князя Александра Невского, протоиерей Александр Новопашин. У нас есть возможность с ним связаться и поговорить. Отец Александр, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Это программа «Рай, истинный и ложный», радио «Радонеж». Мы вместе с вами в эфире. Удобно вам говорить? Да. Сегодня в нашей передаче, по просьбе наших радиослушателей, мы обсуждаем ситуацию, сложившуюся в результате ареста врача-психотерапевта-нарколога из Краснодара Николая Коклюгина. Ему вменяется участие в незаконном обороте наркотиков. Вот в рамках сегодняшней нашей передачи мы обсуждаем множество вопросов. Это не журналистское расследование, а беседа экспертов на заданную тему. Вот, отец Александр, вы ведь хорошо знаете Николая. Что вы можете сказать по этому вопросу? Ну вот, в связи с делом Николая Коклюгина, по аналогии, хотел бы сначала вспомнить Ивана Голунова, журналиста либерального издания «Медуза», которого 6 июня этого года задержали по наркотической статье. И мы вспомнить можем, как в СМИ немедленно сообщили об этом происшествии, заявили, что Голунов невиновен, что его оклеветали, подставили. И представители либеральной общественности тогда вышли на улицы с требованием прекратить уголовное преследование Голунова, связывая его задержание с журналистской деятельностью. И уже 11 июня министр внутренних дел Колокольцев тогда объявил, что дело против Голунова прекращено в связи с недоказанностью вины. Теперь о Николае Коклюгине. Журналист, врач, человек, противостоящий тоталитарным сектам, которые скрывают свое лицо под маской организации, якобы занимающейся реабилитацией наркозависимых. Его арестовали в октябре прошлого года. И вот уже скоро год, как он находится в следственном изоляторе Новочеркасска. Православные средства массовой информации без конца говорят о невиновности Николая, тоже требуют освободить невиновного человека. В защиту Коклюгина в православных средствах массовой информации выступают, как мы знаем, известные священники, врачи, юристы. Но, однако, кто сегодня читает и смотрит православные СМИ, кроме самих православных? Да и православные христиане как-то не очень активно выходят на улицы с требованием освободить их брата во Христе. Не особенно привлекают внимание общественности к этому ужасному событию. И вот два вот этих случая предлагают нам почувствовать, как говорят, разницу. А почему не выходят? Думаю, потому что верят, мол, суд разберется, само все с собой рассосется. Хотелось бы верить в это. Вот Николая Коклюгина я знаю более 15 лет. Во-первых, конечно, нас объединяет вера во Христа, а также нас объединяет еще одно общее дело – это противодействие тоталитарным сектам, в том числе неопятидесятническим, которые весьма активно и безнаказанно продолжают вербовать россиян в своей организации, в том числе вести вербовочную деятельность под видом помощи людям, страдающим наркотической зависимостью. Мы все знаем, что наркомания – это наша общая большая беда, и огромное число россиян страдает этой страшной зависимостью, и в этом случае секты не прочь погреть руки на этой проблеме. Государство, увы, здесь оказалось беспомощным. По его же законам оно не может запретить им, сектам, этим заниматься. А Николай Коклюгин, как врач, как гражданин, как человек, имеющий честь и достоинство, он не позволял им наживаться на чужой беде и бил их по рукам. Мы знаем, что все статьи Николая написаны очень грамотно, факты, изложенные им, ну, невозможно опровергнуть. Каждой своей работой, каждой своей лекцией он жестко припирал сектантов к стенке. И за 20 с лишним лет, которые вот я лично посвятил профилактической работе,
Я занимаюсь реабилитацией наркозависимых в нашей епархии. И я, как вы сами понимаете, повидал немало наркоманов, и уж поверьте, при длительном общении с человеком наверняка определил бы, употребляет он наркотики, пусть даже нерегулярно, или нет. И вот все эти заявления, якобы Николай Коклюгин наркоман, да еще и торговец наркотиками, свидетельствуют, что Николай никогда наркотики не употреблял и не употребляет, и уж тем более не занимается их распространением. Но тем, кто против, точнее, тем, против кого выступает этот честный и порядочный человек, тем, чьи душонки он постоянно выворачивает наизнанку, показывая всю их ничтожную низменную суть, нужно было не просто оболгать его, им нужно было его просто растоптать, уничтожить, и желательно руками правоохранительных органов, суда, чтобы показать всем, это вот не они творят беззаконие, а вот он такой вот человек, этот Коклюгин. Вспоминаю в первые моменты после его задержания, в первые дни, с каким восторгом и визгом эти сектанты стали писать различные пасквили, убеждая всех читателей в том, что Николай наркоман со стажем и даже находился якобы в одном из моих реабилитационных центров, проходил период реабилитации, предъявляя в СМИ фотографию, где он находится среди моих реабилитантов. Он тогда приезжал просто, писал диссертацию на тему наркозависимости, естественно, сфотографировался с ребятами. Вот такие подлоги, живой пример. Конечно, понятно, почему они на него так набросились. Николай провел огромную работу по разоблачению преступной деятельности секты неопятидесятников, которые имеют баснословные барыши от эксплуатации наркозависимых. Он стал для них опасен. Именно в этом причина того, что ему подкинули наркотики. Не для того, чтобы просто отомстить. Ну, нет, конечно, не только это. Они его стали бояться, и бояться жутко. И не столько за свой бизнес, сколько за свои шкуры. А вдруг ими и правда заинтересуются правоохранительные органы? Тогда мало не покажется. Тогда выяснится не только незаконная вербовка граждан нашей страны в их организацию, не только насильственное удержание наркозависимых в якобы реабилитационных центрах, и не только грязные деньги всплывут. Сегодня мы знаем, и об этом хорошо известно, что неопятидесятническая организация активно участвует в цветных революциях. И в Майдане это тоже их рук дело. А сегодня эти же неопятидесятники также стараются править бал в России. У них и сленг есть, от обороны к влиянию и проникновению. И это уже совсем другая статья. Вот посмотрите, существующий, действующий до недавнего времени Центр здоровой молодежи, который возглавлял Никита Лушников, в дальнейшем все это перестроилось в Национальный антинаркотический союз. И Лушников тоже там не последнее место занимает. Вот. Мы знаем, что эта организация ЦР здоровой молодежи плотно была связана с украинской неопятидесятнической сектой «Царство Бога». И Никита Коклюгин об этом писал, он это все изобличал. Мы знаем из материалов, опубликованных Николаем, что этот центр щедро спонсировался харьковским, в кавычках, епископом секты Сергеем Бритвенко, которому этот же Лушников обязан столь высоким положением в российской дочерней организации. И тот же Лушников сегодня возглавляет, ну или возглавлял, сейчас возглавляет другая дама, другой человек, но Лушников тоже не последний человек в этой организации под названием Национальный антинаркотический союз. Это тоже детище сектантов. Деньги сектанты не жалеют, и вокруг вот и Центра здоровой молодежи, и Национального антинаркотического союза крутятся и различные сомнительные личности, и просто жадные до денег люди, которые на этот момент нужны сектантам, и они всем хорошо платят. Неужели эти структуры неопятидесятники развивают только для того, чтобы спокойно заниматься своей якобы реабилитационной деятельностью? Думаю, что смотреть, конечно, тут нужно глубже. Сектам нужны деньги, да, много денег, но им нужна еще и власть. Потому что когда есть власть, тогда будет еще больше денег. На самом деле все достаточно, на мой взгляд, просто. В этом деле нужно смотреть, кому выгодно, чтобы Николай Коклюгин замолчал. А выгодно это только тем, против кого так активно боролся Николай. Ну, по крайней мере, для меня это совершенно понятно и очевидно. Это секты. Поэтому они сделали все для того, чтобы закатать человека в тюрьму. Ну вот, опираясь на ваш опыт взаимодействия и с органами МВД, ведь вы достаточно много работаете и фильмы снимали. Ведь смотрите, ведь наркопреступления в одиночку не совершаются. Если Коклюгина задержали, у него какие-то наркотики при нем изъяли, наверняка уже больше полгода он находится в местах лишения свободы, наверняка из-за того, что продолжается расследование уголовного дела, наверняка должны выйти какие-то... Подельники выходить. Ну, конечно, да, получается, что он один пока.
Но это все чепуха, потому что если говорить о связи какой-то и о сети распространителей, то, конечно, там бы все выявилось сразу. А здесь мы читаем подробные отчеты о судебных заседаниях очередных, и все пустые только упреки, и свидетели, больше похожие на лжесвидетелей, приводят какие-то сомнительные и смехотворные доводы. Мы не можем утверждать, что он принимал наркотики, или человек, который утверждает, который якобы видел, что у Николая были наркотики, он их употреблял, сам в прошлом, будучи человеком нечистоплотным, в чем его следующие лжесвидетели, казалось бы, выступающие против Коклюгина, тоже обличают. То есть они свидетельствуют друг против друга. И все это путанное и нечистоплотное дело, это выглядит очень грязно. Поэтому в этой ситуации, конечно, вызывает не только сомнения в том, что вся ситуация, какие-то сомнения в том, что здесь Николай в чем-то повинен. Идет явное, как говорится, вот нормально, трезво мыслящими людьми, отторжение утверждений в том, что Николай в чем-то повинен и в чем-то, как говорится, замаран. Я уже сказал о том, что человек плотно занимался борьбой с организованной, скажем, такой преступностью в виде социальной инфекции, такие как тоталитарные секты. И результатом всего этого, я в этом убежден, стало то, что человека просто закрыли, чтобы заткнуть ему рот. Отец Александр, вот по вашему мнению, что надо делать, что надо предпринимать, вот, чтобы данная ситуация решилась... Ну, во-первых, как православные люди, мы должны молиться за него, чтобы Господь его укрепил, чтобы он не сдался, чтобы человек все-таки выдержал все это тяжелейшее испытание, которому он сейчас подвергся. Это во-первых. Во-вторых, об этом надо как можно больше говорить, стараться привлекать к этому внимание. Я начал вот с живого примера того, как либеральный журналист, значит, попав примерно в такую же ситуацию, тут же моментально поднялись все СМИ, особенно либеральные, шум, гаммы, и все быстро решилось. Когда человек православный попадает, наш собрат, мы почему-то не очень активны в этой ситуации. Тоже нужно поднимать свой голос в защиту человека и больше об этом говорить. Акцентировать внимание на той ситуации, которая происходит. Иначе нас поодиночке всех можно пересадить, предъявив самые дикие обвинения в нас, каждому из нас. Спасибо, отец Александр. Что можно сказать? Отец Александр, священник, боевой, патриот своей родины, он всегда на передовице, занимается тоже лечением наркозависимых, реабилитацией, чтоб точнее. Поэтому он молодец большой. И, конечно, его мнение, вот, которое, да, прозвучало в передаче, да, вот таким звонком, говорит о том, что он, ну, правильный подход. Он говорит о ней о пятидесятниках, это действительно угрожает национальной безопасности нашей страны. Я полностью поддерживаю и согласна с его мнением в отношении вот его, так сказать, его замечаний вот, о том, почему задержали Николая Коклюгина. Вот есть в православии, да, батюшка, вот кто чем грешит, тем наказывается, да, вот. Ну, здесь, наверное, неуместно так говорить, но вот Коля боролся, да, говорит, вот против этих неопятидесятников, сектантов Царства Бога, и вот получил в таком виде, ну... Ну, мне вот немножко странно, что действительно священники с разных сторон, из разных епархий, обращаются и свидетельствуют о невиновности Николая Коклюгина. Да? Но я, например, почему удивлен, почему я не слышу голос епархиального архиерея. Человек, который трудился в этой епархии, который наверняка свою деятельность осуществлял с благословения местного епископа, который является членом нашей церкви. Да, я не вижу защиты этого человека со стороны вот, родного епископа. Почему? Он же возглавлял общественную организацию «Матери против наркотиков» именно Краснодарского края. Почему? Почему? Вот отец Александр Новопашин, который, простите меня, служит в Новосибирске, возвышает свой голос в честь вот, защиты Николая Коклюгина, а вот то сообщество священников, архиереи. Вот этот вопрос для меня довольно странный. Вот мы говорим о том, чтобы нам встать на защиту и так далее. Ну, простите меня, почему такая тишина?
Почему вот церковь, вот поместная церковь, поместная епархия, вот делает вид, что ничего не происходит? Вот, вот все начинается с этого. Вы понимаете, мы можем сколько угодно выпускать программу «Радонеж» или там выступать на других СМИ, но есть какие-то вещи, которые происходят в регионе. И в этом регионе все друг друга знают. И в этом регионе все связаны с друг с другом очень хорошо. Мы понимаем, что такое юг России. И мы понимаем, что такое эти связи людей, которые там происходят. Я уверен, что слово архиерея, слово епархии, которая могла бы вот, вступиться за Николая, имела бы тоже свой вес. И этот вопрос я сегодня адресую архиерею этой епархии, вот, находясь здесь, в станции Радонеж. Ну и вообще люди причастны. Если быть уверенным и говорить, что наркотики были подброшены, то вообще это серьезный грех. Лжесвидетельствование. Вообще-то да, конечно. Когда мы говорим и молимся о властях и воинстве нашей страны, то одна из властей – это власть судебная у нас. И об этой власти мы молимся. Эти люди очень часто считают себя православными людьми, ходят в храм, ставят свечи, имеют своих духовников очень часто. И при этом, когда они одевают свою мантию, они вдруг обо всем в этот момент могут забыть. Так они же, наверное, на исповедь ходят. Ну, ведь это слишком просто, ведь правда? Прийти потом на исповедь и сказать, ну, тут я был вынужден поступить, потому что мне так сказали. Вот, вот это самое страшное, что происходит сегодня в нашей жизни, когда в нашей стране большинство людей себя отождествляет с православием, которые считают, что они православные, да, но при этом наша страна занимает первое место по количеству разводов, первое место, ну, может быть, первое место по количеству абортов, одно из первых мест по количеству разводов, огромное количество наркоманов, больных ВИЧ-инфицированных, понимаете? И говорить о том, что мы живем в православной стране с такой статистикой, конечно, довольно странно. Потому что почему-то, когда касается дела наших, нашей церкви, те, которые берут на себя ответственность за церковь, наши архиереи, в данном случае, вот конкретный пример, ну почему? Вот твой чад, твое чадо духовное, сын твоей церкви, ну ты же должен амофором его покрыть, почему ты молчишь? У нас есть возможность обратиться к отцу Николая Коклюгина. Давайте позвоним Владимиру Борисовичу. Пожалуйста. Здравствуйте, Владимир Борисович. Здравствуйте. А это программа «Рай. Истины и ложные». Это радио «Радонеж». Вы вместе с нами в эфире. Вам удобно говорить? Удобно. Угу. Сегодня в нашей передаче, по просьбе наших радиослушателей, мы обсуждаем ситуацию, которая сложилась в результате ареста врача-нарколога из Краснодара Николая Коклюгина, вашего сына. Это не журналистское расследование, а беседа экспертов на заданную тему. И что вы можете сказать вот по данному вопросу? Может быть, у вас есть какие-либо просьбы, которые вы хотели бы озвучить через средства массовой информации? Ну, прежде всего, я хотел бы вот высказать ощущение вот от этих событий, которые сложились у нас последние 10 месяцев. Во-первых, вот чувство, понимаете, я хочу понять, вот в какой стране мы сейчас живем, в стране победившего чего? Когда человек борется за здоровое будущее страны, борется против наркозависимости в стране, и этого человека почему-то решению, непонятно почему пока что, бросают в тюрьму. Чем это вызвано? Скорее всего, критикой вот этих структур, которые позволяют себе некачественные услуги для реабилитации наркозависимых, скорее всего. Вот. Поэтому сейчас-то вот как? Идет такое вялотекущее расследование преступления тех оперативников, которые подбросили ему наркотики, и видно, что человек там слабый, человек там совершенно там 4 года занимается в Следственном комитете. Поэтому Николай ведь 57 дней голодал для того, чтобы дали ему человека опытного, следователя с большим стажем, независимо от местных структур, чтобы он смог до конца довести вот расследование и выявить и исполнителей, и организаторов, и заказчиков подброса наркотиков. Ведь это самое главное. Ведь, понимаете, ну, если мы сейчас не докажем причастность этих оперативников, то как мы будем вот это дело заканчивать? Оно еще практически не начиналось, расследование по-настоящему. Вот в чем дело-то. И что касается вообще вот по этому делу. Ведь, понимаете, вот эти вот оперативники, которые подбрасывают наркотики, я-то совершенно не сомневаюсь, они говорят так. У нас есть засекреченный свидетель, который сказал нам, что Николай Коклюгин привез наркотики в Ростов. Все.
спрашивает у них судья, спрашивает адвокаты, а кто этот человек, он засекречен. И мне говорят в Следственном комитете, что вот такая практика, это повсеместно. То есть, если мы с вами решим, что вот этот человек нам не угоден, да, найдем оперативника, который подбросит наркотики, и он скажет, что у него есть свидетель, которого вообще нигде показывать нельзя. Это как понимать? Вот такая, говорят, у нас судебная практика, такие у нас законы. Не знаю, насколько это так, но вот мне местный Следственный комитет именно так и заявляет. Понимаете? И вот что еще хотел сказать. Вот сегодня я буквально слушал вот беседу Андрея Кочергина, православного человека, который живет в Сибири, он силовик бывший. И вот он говорит, что вот секты, они очень организованы. Почему же в случае Николая, вот мы, православные люди, не смогли организовать подъем такой, как Ивана Голунова, да? Такой резонанс общественный, что в Москве почему-то это решилось практически сразу, да? Ивана Голунова имел те же самые цифры и те же самые буквы статьи 228, которые имеет Николай. Только его выпустили через 3 дня. А Николай до сих пор сидит, 10-й месяц. Вот такая ситуация, понимаете? А что касается дела, там все же это белыми нитками, это все зависит от судьи. Насколько я понимаю, как судья себя поведет, так он и поступит. Вот Николай сейчас сидит там в СИЗО. Есть случаи более вопиющие. Это человек вообще как бы за 20 тысяч километров был от места преступления, и сейчас он получил 13 лет строгого режима по этой статье 228. Вот такая ситуация у нас сегодня. Владимир Борисович, ну вот вы сказали, что подбросили, это же не голосовано? Конечно, нет. То есть какая-то есть информация? Есть. Более того, я же вот сам просто взял в Фейсбуке, я знаю фамилию оперативника, знаю фамилию понятого, и я выяснил, что они знакомы, вот Фейсбук, да? Они знакомы давным-давно. Это один из признаков вот такого, вот, так сказать, заказанность этого дела. Ведь у нас же не было обысков ни у меня дома, ни у Николая. У меня нет отпечатков пальцев на пакетах, нет следов ДНК. Ему ни разу даже вопрос не задали, куда он сбывал и где брал наркотики. Это как понимать-то? Это вот такое следствие нашло 4 месяца или 5. Таких можно назвать массу этих вот моментов, которые вот говорят о том, что ну, это дело шито белыми нитками. Ну, знаете, вот нам говорят, что у нас на юге тут такие дела делаются, что даже при том, что все обвинение висит на чем? Человек, который 3 или 4 судим, наркозависим 18 лет, вот он заявил об этом и все. И о том, что он видел, что Николай фасовал наркотики, что он там, значит, употреблял наркотики в его присутствии. И больше никто, там и 10 человек было свидетелей, никто этого не утверждает. Понимаете? И получается, что у нас такая практика в России. Если человек зависим наркотиков, его же любой оперативный работник может, так сказать, использовать для того, чтобы для своей цели. Он зависит не только от наркотиков, он зависит и от правоохранительных структур, потому что постоянно нарушает закон. И чтобы его выпустили, этого человека не посадили, он может говорить все, что угодно, и на кого что угодно. Вот в чем дело-то. А адвокат есть? Есть, 2 адвоката есть. Не пытались попросить заменить меру пресечения? Вы знаете, каждый раз, когда вот через 2-3 месяца возникает продление вот срока содержания его в СИЗО, каждый раз об этом идет речь. Более того, первый раз было обращение 17 священников православных в наш Ростовский областной суд на апелляции. Вообще, как будто его и не было, да, этого обращения. То есть совершенно с высокой репутацией люди ручаются за Николая. И тем не менее, суд принимает решение продлить его вот, содержание под стражей еще там на 2-3 месяца. Вот так вот постоянно происходит, понимаете? То есть вот если бы вот сейчас общественность наша, да, ну, сказала свое веское слово, и социально значимые депутаты написали бы в областной суд о том, что мы ручаемся за Николая, что да он сам пишет о том, что как я могу сбежать куда-либо, если за меня поручилось 17 священников. Или там, допустим, какой-то депутат Госдумы, ведь там за его свободу боролись 3 депутата. Валуев, Шаргунов и Елена Борисовна Мизулина. Вот они просили, так сказать, разобраться в этой ситуации. К сожалению, эта ситуация обычно, как у нас происходит, все документы летят вниз, в районную прокуратуру, а там, ну, мне трудно судить, мне кажется, они не объективны в надзоре за этим делом. Ну, такая ситуация. Спасибо, Владимир Борисович. Пожелать вам только сил, чтобы выдержать все вот это, что происходит. Ну, спасибо вам большое. До свидания. Спасибо. Отец Алексей, вот как вы считаете, дело ведь не только в Коклюгине. Вот, дело в том, что у нас, я с этого и передачу начал, что у нас треть сидит или задержана за незаконный оборот наркотиков. Но не может такое быть в стране, наверное. Одна из самых таких вот позорных статей, когда действительно, по которой огромное количество невинно осужденных.
невинно задержанных людей сегодня подвергаются репрессиям, и это одна из возможностей любого человека посадить на крючок и сделать его сверхуправляемым и так далее. Вот, в том числе вытянуть из него деньги или сделать его сексотом, я не знаю, но это понятно. Вот, мы пришли к тому страшному рубежу, когда мы понимаем, что наши правоохранительные органы не защищают человека, а наоборот часто толкают его в бездну такую ужасную, которые сами начинают быть уже органами преступными. И сегодня, мне кажется, настало время, когда мы сами должны защищать себя с точки зрения вот общественного голоса, с точки зрения противостояния общественного, противостояния злу. Именно злу, именно несправедливости, именно неправде. Я хотел бы, понятно, что сегодня единственному, я просто посмотрю на то, что происходит вокруг, да, все приводят пример, очень хороший, кстати сказать, пример, замечательный пример, как Ивана Голунова спасли, слава богу, спасли его товарищи от этой беды, потому что вот не будь такого общественного движения, не будь такого громкого голоса, ну, что бы с ним было непонятно, что бы с ним было непонятно. И становится ясно сегодня, что вот именно это и работает, именно это и действует. Тогда нам надо попробовать идти этим путем. И тогда нам, православным, надо так же поступить, как поступают все остальные общественные движения, организации, то есть возвысить свой голос, организоваться как следует. И здесь первую роль, главную, главенствующую роль, как мне кажется, должны занять средства массовой информации. Собственно говоря, как это и получилось в случае с Иваном Голуновым. То есть мне кажется, что мы должны, сейчас вот, взять какую-то паузу и перестать, даже среди нас православных людей нет полного мира, как мы с вами знаем, у нас друг у друга всегда претензии, тот такой православный, тот не такой православный, тот это, тот не это, да, вот сейчас вот ради спасения человека всем надо встать на защиту Николая Коклюгина, Радонеж, Прав мир, Православие.ру, Царьград, кто там у нас еще есть, Предание.ру, и массу других средств массовой информации должны в течение долгого времени постоянно поднимать эту тему. Более того, я считаю, что мы этими самыми нашими церковными или православными СМИ должны взаимодействовать с теми средствами массовой информации, которые принципиально готовы бороться за права человека, которые эту тему поднимают как основную. Это СМИ, такие как «Медуза», «Дождь», «Эхо Москвы», «Новая газета», которые имеют огромное количество слушателей и подписчиков. И вот в этом смысле, мне кажется, вот эта борьба за Николая Коклюгина, может быть, все-таки немножечко снизит вот этот градус противостояния, градус вражды, который сегодня в обществе возрос между двумя какими-то такими, одни консерваторы, другие либералы, одни за одно, другие за другое, одни выходят на митинги, другие, наоборот, поддерживают тех, кто эти митинги разгоняют. Давайте сейчас вот об этом забудем ради спасения просто одного человека. Неважно, кто он, православный или неправославный. Неважно, чем он занимается. Важно, что он попал в тяжелую ситуацию и несправедливо обвинен. И вот сегодня мне кажется, что вот это есть повод и причина для того, чтобы нам, людям одной страны, одной Родины, желающих, чтобы наша страна и Родина была счастливой, свободной, которая жила бы по закону и по Конституции, все-таки объединиться в спасении этого человека. Не делить друг друга на своих и чужих. А сегодня, вот я обращаюсь сегодня ко всем средствам массовой информации, и православным, и неправославным. И те, которые ратуют за церковь, те, которые церковь критикуют. Вот. Сегодня вот такой есть человек, Николай Коклюгин. Он несправедливо обвинен. Он нуждается в широкой общественной защите, в широкой общественной поддержке. Я обращаюсь ко всем главным редакторам всех средств массовой информации России, чтобы в течение всех вот этих ближайших дней его имя постоянно всплывало и возникало во всех публикациях, чтобы о его деле узнали все, чтобы те люди, которые ведут его дело, знали, что за ними пристально наблюдает общественность, что никакая подтасовка, что никакая манипуляции не будет пропущено со стороны людей, которые следят за этим делом. Потому что все эти дела, к сожалению,
уходят вот таким образом в приговоры суда обвинительные, потому что никому нет до этого дела, кроме ближайших родственников, которые не могут ничего делать. Вот сегодня этому надо положить предел. Это мое мнение. Света, что вы скажете? Я поддерживаю батюшку. Замечательно, что есть вот такие отцы, которые дают нам вот такой вот фарватер, ну, вот этот путь, да, что нужно делать. Тоже присоединяюсь к пожеланиям отца Алексея. Вот, и тоже призываю всех, кто у нас создана группа в чате ВК, в чате в WhatsApp, чтобы мы объединили усилия. Ну, люди стараются, на самом деле, вот кто объединился, там и отдельные пикеты, ну, нет такой, конечно, большой организованности. Стоило бы побольше, конечно. Да-да-да, нет такой... Стоило бы, может быть, и на Сахарова выйти, понимаете, с большими плакатами «Свободу» Николаю Коклюгину. Будем стараться, батюшка, двигаться в этом направлении, и сейчас нас слышат слушатели передачи «Радонежа». И ну, будем прилагать как можно больше усилий в этом направлении с молитвой и с молитвой, конечно, и делами, с благословением, да, конечно. С благословением и, так сказать, побольше действовать в этом направлении. И вот хотелось бы, да, сейчас тоже зачитать, вот Коля, Николай Коклюгин прислал нам такие вот теплые слова. Дорогие участники группы WhatsApp и ВК в мою поддержку, спасибо вам огромное за то, что вы делаете, помогая моим родителям, стороне защиты и мне, добиваясь вместе с нами справедливого рассмотрения дела и поиска виновных в том, что произошло со мной. Далее вот он пишет, что спаси Бог всех за молитвы и поддержку, не бойтесь говорить и творить правду, с ней сила, с ней победим в итоге. С добром и теплом, Николай Коклюгин. Ну, мы тоже, Николай, хотим пожелать тебе сил, здоровья, терпения. Укрепи тебя Господь. Вот батюшка еще скажет сейчас теплые слова тоже в поддержку твою. Мы тебя любим и ну, надеемся на скорую встречу и тебе тоже скорейшего освобождения. И береги себя. Дай Бог вам, Николай, эти тяжелые дни перенести с христианской стойкостью, смирением, с молитвой, в том числе за своих врагов, как заповедует нам Христос. А мы за вас, конечно же, молимся. И еще хотел добавить мира в душе и любви в сердце, Николай. Храни Господь. А я хочу обратиться ко всем сотрудникам правоохранительных органов, потому что... Ну, мне кажется... Большинство, большое большинство — это порядочные люди, которые, рискуя своей жизнью, выполняют тяжелейшую работу. И выявлять преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, это и рискованно и для них, и для их семьи, и для близких, в первую очередь для них самих. Сама по себе это сложная работа, я просто знаю, этим занимался, потому что задокументировать преступления, которые совершаются сейчас бесконтактным способом. Как правило, наркомафии имеют хорошие свои службы безопасности и наблюдения, и контрнаблюдения там, и они действуют как спецслужбы фактически, да. То есть они знают и все формы и методы работы спецслужб, и те оперативно-розыскные мероприятия, которые проводятся нашими правоохранительными органами, они, конечно, всю эту методику тоже понимают и могут противопоставить их работе честных оперативников, соответственно, свои формы и методы работы. Вот, поэтому хотелось бы, чтобы пожелать нашим честным правоохранителям, чтобы работа у них складывалась нормально, и мы в результате в средствах массовой информации слышали задержания, поимки действительно людей, причастных к наркобизнесу. Потому что, ну, в первую очередь, это, наверное, противодействие незаконному обороту наркотика и
скажем так, экономической составляющей, подрыв экономических основ наркопреступности, потому что в основе-то лежат, наверное, деньги. Как всегда. Вот. Если бы это не было бы так выгодно, то, наверное, бы никто наркобизнесом бы и не занимался. Вот. Ни торговлей оружием бы не занимались, ни проституцией бы не занимались. Да? Вот. То есть вот эти черные бизнесы, они приносят слишком высокую прибыль, и поэтому это является вот... наверное, вот самым главным, против чего надо бороться. И вот хочется пожелать нашим честным сотрудникам правоохранительных органов, чтобы вот их силы не покидали, и они в своих рядах не терпели бы людей, которые 2-3 человека могут испортить работу 100 человек, которые работают честно. Вот, чтобы вот этого не было. Наверное, так. Раз. И всем, наверное, задуматься над тем, что тот грех, который ты совершаешь, потом его как-то надо, чтобы его тебе его простили. Как вот замолить такой грех? Я не представляю. Вот, дорогие радиослушатели, в эфире программы «Рай, истинный и ложный». Я напомню, что наши передачи могут выходить в повторе, но для тех, у кого есть возможность слушать и смотреть нас через интернет, я хочу сообщить, что все наши передачи программы «Рай, истинный и ложный», начиная с 2012 года, их уже более 250, можно слушать в разделе «Радио Радонеж», программа «Рай, истинный и ложный», а видеоверсии в YouTube «Радонеж ТВ». Я напомню, что вы можете задавать свои вопросы по электронной почте radril@yandex.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. Наша программа была подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Вел передачу я, ведущий цикл просветительских передач «Уберечь детей от зависимости» Александр Простакишин. А у нас принимали участие в передаче публицист, телеведущий, настоятель храма Святой Троицы в Хохлах, протоиерей Алексей Уминский и специалист по социальной работе Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы Светлана Юрьевна Немчинова. Большое вам спасибо за то, что вы приняли участие в нашей передаче. Спасибо. Всего хорошего, до свидания. Наполняешь слова,
когда смысла нет, и один во вселенной, вокруг оглянись и повери в себя, поймешь то, что жизнь человека бесценна. Новый день — подарок, если мир твой ярок, стань сильней делами, встречами.